делюсь рецептом, как приготовить перец по-армянски на зиму. Это интересный способ маринования болгарского перца, с добавлением петрушки и приправы хмели-сунели. Перцы для этого рецепта подойдут любые, но красивее, когда используются разного цвета. Вместо петрушки можно взять кинзу, если любите. Получается остренькая ароматная закуска, которая станет отличным дополнением к основному блюду. Перец болгарский 1 кг, чеснок 1 штука, петрушка 1/2 пучка, соль 1/2 столовые ложки, сахар 1 столовая ложка, уксус 9%, 1-2 столовые ложек, перец черный молотый по вкусу, хмели-сунели по вкусу, масло растительное 4 столовые ложки, количество порций 4. Подготовьте все ингредиенты. Нарежьте болгарские перцы на ломтики среднего размера, петрушку мелко порубите. Добавьте тертый чеснок, сахар, соль и специи. Затем добавьте растительное масло. Хорошо перемешайте и оставьте на 1 час. Переложите перцы в кастрюлю с толстым дном, поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите перцы 15 минут. В конце влейте уксус. Разложите перцы по стерилизованным банкам. Переверните банки вниз крышкой, закутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания. Перец по-армянски на зиму готов. Приятного аппетита!